А что, интересный этот твой проект? С утра я думал, что да. Я могу руководить. Я в школе старосты. В институте есть лаборант. Зовут Бергамот. Программист от Бога. У нас есть к вам уникальное предложение. А меня заинтересовал алгоритм морфологического поиска. Нужно вбить слово какое-то. Грудь. Стремление к смыслу. А где тогда мой смысл? Надо поискать. Тебе потребуется 50 раз больше времени, потому что это Россия. Ты никогда не будешь чем-то удовлетворен. Сервера, и все будет. Нет ничего такого, чего ты не сможешь сделать. Я хочу, чтобы ты создал самый лучший движок на этой планете. И каждый из них знает про наш поисковик. С сегодняшнего дня. Это ключ к информации. Тот, кто владеет ключом к информации, способен формировать сознание людей. Компания должна стать государством. Ни одной копейки без моего ведома. Понятно? Это и моя компания. Боря, наш поисковик взлетает! И мы найдем все!